Вау. Просто вау. Приветствую вас, дорогие зрители. Хочу обратить ваше внимание на один мод для GTA 5, который находится в разработке, под названием Simple Aesthetics. Он заменяет множество игровых моделей, такие как оружие и машины, делает более реалистичное освещение и подтягивает шейдеры. Больше полигонов, больше красок. Конечно, игру это технологичнее не делает, но все же, это очень красиво. Я считаю, именно так должна была выглядеть игра на ПК. Ссылка на автора в описании к ролику. А теперь, я желаю вам приятного просмотра.